Сюда, в небольшой, самобытный, приеманский город Ивия, делегированы лучшие представители всех трудовых коллективов агропромышленного комплекса области. Участникам сегодняшнего праздника хорошо известно, что легкого хлеба не бывает. И каждая уборочная страда сложна по-своему. И нынешняя также не была исключением. Погода многократно испытывала сельчан на крепость духа, умение оперативно реагировать на вызовы природы. И хотя тех результатов, на которые мы рассчитывали и на которые мы понесли определенные затраты, достичь не удалось, или, будем говорить, не удалось во всем, в ряде, значит, направлений, вместе с тем, по большому счету, аграриям нечем себя упрекнуть.